О! Камикадзе. О, бочка у него, вот нифига себе. Ха-ха, он сразу взрывается. Ей, всем привет, дорогие друзья! С вами Димас, Гусанёк, Профит, Форум, пацаны, поздоровайтесь! Привет! Всем привет! Привет! Мы скачали очень классный мод, это зомби с игры Dead Trigger. Если пьете, кушайте, приятного аппетита, а мы начинаем обзор на зомби. Погнали! Armored Zombie Run. Сейчас будем смотреть, как он дамажит. По 25 хп дамажит. Нормально, нормально. Давайте его рассмотрим. Что у него на голове, шлем? Ну да, это да, шлем у него какой-то. Так, что-то надо там мощнее взять. О, давайте с арбалета в голову и будем проверять. А у него 100 хп? Ну это хотя бы, знаете, у нас канон. Будем видеть, у кого сколько хп. Armored Zombie Welk. Это я не вижу дальше название, как он называется. Кстати, он по-другому ходит, да, этот уже? Или так же сам он ходит? Он более инвалид. Но у него с ногой проблемы. А ну давай в голову ему разочек. Давай, гусанек, ему заряди. А это живучий более. О, тоже, да, неплохо так. Кстати, я так понял, два патрона выдержал или один? Давайте я стрелю. Ну, с арбалета один. Да, с арбалета один. А арбалет сколько? Сотку отнимает арбалет или сколько? Не, чуть голову больше. Голову 200. Газ, маск, зомби. Ладно, давайте тогда не с арбалета, с РПГ, да? А ну, вот это, кстати, сотку отнимает. Насколько знаю, да? Это... Как он называется, это оружие? Револьвер. Кольта, да? Голову или не с одного раза? Есть, трёх, красавчик. С трёх, да? А, газмаск, зомби, вэл тоже. Он как будто раненый. Его защищает. Ну да. И заглушил одного. Ого. А что, у него глаза светятся, да? Да. Прикольно, как будто... Он... А как, на каком расстоянии он... Это читерство какое-то. Он, кстати, если подойти всем разом, то он может хоть двоих или троих ударить. Да? А ну давайте проверим. Да, массово. Ну давай, давайте, подходите. Вот. Воу, ни финта себе, красавела. У него, слышите, под этот бронежилет? Да? Да, я вы когда стреляли, у него звук был металла. Гренадер. Музычка пошла. А где граната? А вот и граната пошла. Что за какашки он кидает? Похоже на какие-то кизяки. А ну давайте вот пусть еще раз кинет. А ну отойдите, что на расстоянии. Он тогда, если мы будем на большом расстоянии, будет кидать их. О, видишь, кинул? Как это вообще? Как будто бы. А где граната? Он его коснул. А, коснулась, да? Да, она куцает. А ну отойдите, отойдите, пусть гранату еще раз кинет. Оп. Как-то странно вообще, очень тупо. Даже не взрывается. Да, у него жизни много. О, А, получается, после смерти он как будто разрывается. Давайте еще разок его взорвем. Сразу. А, да, 25 хп отнял. Хочу рядом быть, когда он взорвется. О, сейчас не взорвался. Очень странный зомби. Так, хорошо. Ему надо, видимо, ладно. У нас тут их много. Камикадзе. О! Камикадзе. О, нет. Бочка у него, ой, нифига себе. Ха-ха, он сразу взрывается. Уго, да, смотри, даже остаются кишки. Давайте еще раз, только давайте мы в этот раз его взорвем. Ой, убьем его. Чтобы не подходил к нам. Взорвется в конце? Взрывайте. Воу. Классный мод, ребята. Не забываем ставить лайкосики, подписываться на канал. Ролики выходят каждый день. Панзер. Панзер, панзер. Что это у нас за... Так, подожди, панзер, давай ты ближе у нас будешь тут. Монах какой-то. А, прикольно. Это что у него, скафандр какой-то? А, это как типа... А что это на нем такой? Защитный костюм? Дима, знаешь, космонавт. Он 50 хп отнимает. Да. Нифига себе, ну пусть ударит меня. А постреляем в голову? О, смотрите, звуки. Искры идут. Получается, нажимать... А, это как получается... такой, знаете, который штурмует. А, ну да. Штурмовик. Это костюм штурмовика, точно. Ого, сколько уж у него жизни. А, все. Все отлично. Ой, у него голая жопа. Так, следующий у нас Рагуль. Ой, Райджер. Рагуль. О, это что, он разгоняется и бьет? А, нет. Давайте подходить. Рейджер — это типа слово рейдж, злость. Мне нравится, что он бежит, останавливается и бьет. Где, чтобы таранить? Ха-ха, так прикольно бегает. Майкл Джексон. Майкл Джексон, да. Ой-ой-ой, а что у него в животе? Торчат какие-то... Что, мечи у него, да? Мачете. Да, мечи. Ого. Майкл Джексон, реально. А как-то он странно бегает.
Кстати, этот пак вышел сегодня. Записываем, ребята, самые свежие ролики. Ой, самые свежие моды. Не забываем обязательно поддержать нас лайкосиком. Следующий у нас Темиан. Тамаин. О. О, это, вот это радиоактивно. А, когда мы рядом подходим, смотрите, ребята, жизнь не тратится. По 6 хп-шек. А что у него на спине? На спине у него... Так, подожди. Так, мужик, а ну отвлечись. Типа рюкзака. А, у него радиационная, типа, знак радиации. Ого. Так, давайте возьмем свой любимый арбалет. Голову не убивает. Кстати, у него жизни уже много. Ты задрал мне дамаж. А, кстати, сдалека не дамаж, только когда мы рядом стоим. Да. Все, отлично. Клеился. Надеюсь, тут будут боссы. Так, Темиан Блю. Так, голубой уже. Это наверное, жестче, да? Он уже сдалека бьет, он сдалека. А он не атакует вблизи. Я думал. Прикольный, прикольный мод. Уже, кстати, две стрелы. Поражение. А реально? А, да. А че он не умирает? Я ему столько уже стрел выпустил. Кстати, у него, видите, было 500-600 жизни у него было. The First One. О, это уже другой. Это какой-то уже уродливый такой вообще. Он как снеговик из крови. Ого, Лупер, ты че, дурак что ли? Так. Дима похож на снеговика из крови. Это точно. Ого, у него жизнь, я уже у него 3 стрелы впустил. 4. Ой. 5 стрел. И притом вы стреляли тоже по нему или не стреляли? Не, я только стрелял. Понял. О, сейчас у нас будет Титан. Ой. Это очень давайте большой зомби, но мы проверяли, он ничего не делает. Вот он ничего не делает. А гляньте у него сзади эти клыки, взлетите. А давайте так, кстати, давай посмотрим, что у него вообще. О, мачете какие-то. А нет, не мачете. Можно это на него встать? Давайте проверим, можно на него встать? А, не, нельзя, я сказать, сквозь кишки пролетел. А жизни вообще отнимаются у него или нет? Давай админский. А нет, это просто как. Ну, админский пистолет давай. Убил. О, смотрите. А, и все. Вот это громило. Было бы классно, если бы он падал, еще земля тряслась. Было вообще жесть. Так, следующий у нас Вормитер. О, это тоже кишками бросается. Ого, он страшный. Если бы такого ночью увидел в подворотне, я бы уже больше там не гулял никогда. Подворотне. 25 хп. Там мало отнимает. Выстрел в голову. Ни о чем. Смотрите, сколько мы стреляем. По 500, по 600 жизней смело есть. Зомби Американ. Вот. Я не зелен, почему Американ? Я не знаю. Уже от страны там разные карты есть. Поэтому да. Они. Так, зомби, American, спринт. Наверное, быстрый. Побежал, побежал. Спринт, потому что написано. Ого. Ой, блин, а я как-то не стрелял в тебя. Я вообще рядом стрелял. Не, он мало сносит. Знаешь, он слабый. Как будто хоть и бежит, но это все равно передвигается медленно. Ну да, the American Walker. О, это, короче, опять. Вечно какие-то нейрохит. Слабый, слабый зомби, это, вообще ни о чем. Как миники. А вот те, которые были в начале, это полубоссы. Ну да, зомби American Run. Тоже быстро быть. Ну, кстати, это он чизбургеров наелся. Кстати, детализация просто шикарная у них. Очень классно сделано. Прям все по-разному и блестят, прям, знаете, круто, короче. Кул. У них 100-150 хп, короче. Так, American Sprint. О, спасибо за жизнь. Так, это American тоже, короче, поламатые ноги. Медленный, короче, раненый или что. Глаза, конечно, жестко светятся у них вообще. Вообще слабые. Зомби Чинес. Ну, зомби китаец. Ну да. Ой, как он меня на расстоянии ударил. Опять Майкл Джек. А ты чё, дурак, я думал, он будет на вас идти, взял, а повернулся, резко мне ударил. Манный маневр. Я понял. Так, зомби спринт. А, это тот же самый. Просто он быстрый, наверное. С одной стрелы в голову убивается. Так, это о, зомби. Блядь, еще кровь ранен. Растекается. Потом. Кстати, да, вот этот мод вообще круто. Оно будет следы, если я пройдусь? Не-не-не. Не может. Она следов. Просто как сначала лужа маленькая, а потом растекается. О, смотрите, я стреляю, у него прям тоже пятна остаются крови. Так, зомби Нурс. Ой-ой-ой. На каблуках еще. Да че они слабые такие? Ну, знаешь, по игре так и должно быть. Зомби Нур Спринт. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ребята, засмотрите ролик до конца, потому что в конце мы поставим всех зомби и повыживаем. О, ура. Валкер, зомби. И красиво, ой. Ты уничтожил. Я случайно. Так, полисмен. Ай. Полисмен. Так, давайте сразу всех поставим, посмотрим отличия у них какие.
Ой, да красиво, одним выстрелом двоих, красавело. Кстати, на гусеньке это пятна. Гусь, кровь. У тебя пятнистый гусь. Зомби. Гусь в крапинку. Прости. Господи. Мы про это говорили. Красиво. Ставим еще. Давайте всех уже будем ставить. А вы их так уничтожаете, дайте хоть я убью кого-то. Так, зомби-валкер. Вообще ни о чем. Не добежишь ты. Он, кстати, еще падает, а вы добиваете его. Так, сейчас я отключаю искусственный интеллект, и мы всех ставим. Готовьтесь, пацаны. Окей. Можно пока что улететь куда-то? Ну, именно. Улетай. Чем улетать? Они просто стоят. Им отключили искусственный интеллект. Они не будут дамажить, да. Ой, этого мы не будем ставить, все равно не дамажит. Это не надо. Я хочу с другой поставим. Комбо выживать. Сейчас мы поставим всех по одному. Только не хилимся, чур. Не хилимся, у меня 25 хп, все по-честному. А да, нет, для начала тебя отхилю. Я даже, знаете, сейчас как думаю, вот этот зомби, который ликвидируется с бочек, он сейчас просто всех взорвет вокруг. И все, на этом закончится миссия. Ну, мы посмотрим. Давай сначала мы их не будем дамажить, пусть они походят. Давайте. А то вы сейчас просто загасите всех за одну секунду. Может, они вообще против друг друга будут? А ты думаешь, что не, они с одной игры, они же там договорились уже. Так, подождите, а где у нас еще? А, вот, да, камикадзе. Давайте поставим камикадзе побольше. Музыка такая прикольная запускается, когда их ставлю. Ну что, вы готовы? Угу. 3, 2, 1. Погнали. Пускай сначала не дамажим. Ой-ой-ой, класс, смотрите. Прям настоящий зомби-апокалипсис. Ой, если вы хотите, чтобы мы записали ролик именно реально зомби-апокалипсис, давайте, пишите, мы хотим. Или плюсик в комментариях ставьте. Если будет много, то мы реально снимем что-нибудь такое эпическое. Они, кстати, вообще, довольно-таки оптимизированные. Можно с ними что-то классное записать. Ой, один взорвался уже. Я видел, но никого не убил. Ой, еще, убил своих. Так, давайте с базуком. Ну все, давайте, гаси. Только давайте с огнестрельного оружия, без базук. Ого, на расстоянии бьет. Давай, мочи его. Бам! Бам! Вот эти зомби-камикадзе вообще классные. Я бегу до вас. А давайте шаром R2, что будет? Ай, не успел. А зато там, смотрите, разорвало в кишки. А ну давайте сейчас быстрее. Ой, красота! Видели, мой шар отскочил, сколько там людей взорвало за бокар. Вот это они разрываются! Вот это класс! Слышь ты, зомбачачина, я тебя буду наказывать. По башке, красиво. Их приятно убивать. Не знаю, что, Дима, беги. Ничего страшного, я привык. Кто сказал, где стрельнем стрелять, а вы с базуки фигачите. Да, я тоже буду. Сразу двоих. А это не базука, это этот, да? CBSM2. По красоте. Ух ты, говно броска. Да. Что? Ну вот, ребята, вот такой вот пак. Простенький, классный, но при этом можно записать офигительные рубрики с этими зомби. Например, зомби-апокалипсис. Например, зомби-апокалипсис, это будет классная идея. Или, знаете, они сделать так, чтобы мы убивали их каким-то слабым оружием. Там, мачете или чем-то таким. Вот это будет прикольно. Топорами. Прям как выживание. Да. Если понравилась эта серия и вы хотите еще обзор классных модов, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш Дискорд. Ну а всем отличного настроения и всем пока. Как всегда, всех уничтожили. Да все, дым с компьютера идет, хорош. Психи, что ли?